Всем привет, друзья, это Сергей. Продолжим дальше играть в Bloodborne. Четвертая часть прохождения. Третья часть вышла удачной. Убили сразу двух боссов. Я просто несказанно был счастлив. И можно вроде бы продолжать дальше, но я сначала думаю, надо еще разок пробежаться по начальным локациям. Посмотреть, ничего ли не пропустил. Все ли сделал, всех ли NPC встретил. Итак, ну вперед. Давайте прям начнем с самого начала, с палаты на первом этаже. Бастард Лорана. Бастард какой-то там это. Эмбрион. Метка охотника. Так, для начала поговорим с Йозефкой. Oh, well, hello. Splendid. Let me ask you a small kindness. You're soon off to hunt, I presume? Что у тебя голос не Йозефкин? If you find any survivors, tell them to seek Yosefka's clinic. Upon my Hippocratic oath, if they are yet human, I will look after them. Perhaps even cure them. This sickness, these beasts, they are not to be feared. This time the night is long. I may be trapped here, but I should do something to help. I'll even offer a reward for your cooperation. Tempted? Well, off you go then. If you find it, you cannot please. Угу, говорит, приводи людей сюда. Но мне еще мерзкая бабка в церкви сказала тоже приводить туда. Я помню, тут было несколько человек, которые, возможно, хотели пойти. Одна бабка точно хотела. Вот тут дверь закрытая. Закрыта. Вот, получается, мост, где мы убили босса. И пошли вон туда как раз куда-то. Обходными путями. Очень запутанная тут архитектура. Говнюк. Так. По-моему, тут со мной никто говорить на главной улице не хотел. Там все кричали, иди типа в жопу, приезжий, мы типа местные, а ты никто. Так что пойдем через верх. Во-первых, это у нас тут Гилберт. Гилберт? У Гилберта все нормально. Так, ну чё, жлобов пойдем, убьем. Я тут как-то через низ, по-моему, собирался пройти. Легко. А ну иди сюда. Ох ты! Прикольные они все-таки, интересно с ними сражаться. Так, тут у нас что, дверь? Лестница. А вон там лифт на мост получается, да? Точнее, наоборот, вниз. Ничего не понимаю. Вон мост. А то есть это не тот мост? Ну, так, это не тот, значит, мост. Я думал, я по этому мосту. А лифт вон, на тот мост. А, ну тот мост, по которому я прошел в обход, он где?
Да-да-да, вот тут. Где-то это часовня. Да-да-да, все. Ох, архитектура, я офигеваю, такой левел дизайн. Бегаешь туда-сюда. Наверх куда-то лестница. Тут что? Ага. Так, ну и вот тут, по-моему, была как раз бабка, да, вот она. Бабка. Часовня Дон, лечебница Юзефки, скрыть информацию. Не, ну Юзефка там какая-то уже не настоящая, другим голосом говорит, да и вообще не доверяю я. А тут мерзкая бабка. То есть двум мерзким бабкам в одном месте будет веселее. Ну вот она вообще вредная. Так, вниз это вот получается этот, а-ля там сухой дог был и в канал я попал. Так, я хотел вон там еще кое-что посмотреть. Кто тут орет? А, там вон эти проститутки же на холме. Че пишут? Пса ждет впереди. Пса. Угу. А тут вот так, значит, да, можно было сюда скувыркнуться и пойти вот так. Понятно. То есть отсюда я туда не выйду, мне надо через дом наверх подниматься на мост. Ой. Здравствуйте. Берегись, инвалида. Так, нет, все, все, понял. И вот, да, мы на мосту. И вот тут же я был только что, правильно? Все я правильно понял, я просто по кругу сделал. Давайте по-тупому еще раз. Ну да, зря-зря я спрыгнул. Вот, да, прям круговерть. Так, с этим понятно. Там все. Угу, мне надо вон туда теперь. А ну идите сюда. Ля-ля-ля-ля-ля. А ну иди сюда. Морда, давай. К ноге отсаться.
Опа! Они даже так больно бьют. Чё, мстить пришел за братуху? Убил. Тут, получается, патрули ходят, да? Да, вон они. Ну и вот тут у нас пароход остался. А тут был секретный проход в акведук, насколько я помню. Кстати, давайте позырим. О. Вот это все как выглядело. Сколько раз я тут умер, пытался их убить всех. А вот стою теперь наверху, смотрю на них. Крутой ярмский охотник. Большие чудовища, от них тут воняет. Ну да, и вот тут проход. Я тут лазил, но сейчас еще раз убедимся. Заодно человека-тварей пару убьем. Тут же это... Человека-тварь водится. И вон она пошла. Еще вон двое, один голый и один в одежде. Не, я так сейчас попаду в ловушку, сам себя заманю. Они меня окружат. Внизу крыски. Вон человека-тварь. Крысолют. Нормально, и скромсал его. А он и последний человека-тварь. Тоже со спины надо зайти. Потом по каналу внизу полезу. Готовы. Крысы. Ладно, рискнем. Так, и тут за углом, я помню, таилась еще человека-тварь. Да, вон она. Да, и вот тут я нашел костюм, который на мне сейчас одет. Ну и, в принципе, особо смысла-то сюда идти и не было. Нечего тут взять наверху. Да, вроде нет. Thank you.
коротким топором, их лучше резать. Что, всех замочил? Вот я, убийца. Итак, я спрыгнул оттуда. У нас проход туда и сюда. Тут не проход даже. Угу. И вот лестница. Давайте. Угу, это каналы из сухого дока. Все рядом оказалось, просто двери были закрыты. О, тут я, по-моему, еще не был. Точно не был. Предметы он лежат. Угу. Там кто-то запер по-любому. Что у тебя в руке такое? Какой-то фаллос. Че он тут ломился, никого нет. Непонятно. Ладно, тут еще вот лестница. Во, вот тут свет горит. Кто тут у нас? But now she's gone too. I'm all alone and scared. Бедняга. Найти, давай найдем. Oh, thank you. My mom wears a red jeweled brooch. It's so. Я это уже нашел на трупе. I mustn't forget. If you find my mom, give her this music box. Музыкальная шкатулка. Ну чё, я нашел уже. Нет, пусть останется надежда. And you're very kind. I won't be afraid. I'll be a good girl. I promise. Helen is... Yes, Mom, I won't... Окей. Я думал, ее тоже можно будет отправить в клинику или в церковь. Вот, открыли дверки. О-хо-хо-хо-хо, да ладно. Да ладно, нифига себе, куда я попал. Помните, помните это место? Ха-ха. Ну как тут все вообще запутано. Как я боялся этого урода. Ха-ха, лол, правильно делал, что боялся. Ну это просто угар.
Как тебе до сюда добраться-то лучше? Пузырек Юзевки, кстати, вот у меня есть. Лечебница Юзевки. Ну, надо теперь бежать за своими отголосками. Нифига я умер по-тупому. Понтануться хотел. Да, не прощает Яр нам таких. И таких не прощает. Ну, самый быстрый путь, походу. Это просто пробежать по улице. Есть засаду, а точняк. Я уж забыл, сейчас бы нарвался. Да, вот стоял вот тут наверху же, смотрел на все это. Бежим просто дальше. Ха. Да, как все вот запутано. Вон дом с проститутками. Вот тут разломать, если гробы, можно опять спуститься к собакам в конуру. Кстати, ничего нового не скажут. Не, они там просто охают. Так, ну ладно. Нам нужно вернуть утраченное. О, вернули. Опять сейчас, что ли, убьет? Что за бред? Это просто какое-то издевательство надо мной. Лол. Два раза убил, вот один и тот же.
Да, тут тоже не хотят со мной говорить. Ха-ха, нифига. Ну, идите сюда, урода. Сюда. Ах, ты тварь. Всего за этот заход 1200 набивается крови. Так, ладно. Возвращаем кровь. И мстим уроду. Сдохни, тварь. Все, кровь вернул. Можно дальше двигать. А как легче пойти дальше? По-хорошему надо вернуться нам к костру. В смысле, к этому, к лампе. Ну, пойдемте через вновь открытые ворота. Кстати, что тут? О, нифига. Что, давайте тоже к бабке ее. Это я удачно зашел, отправил девчонку и брошку не отдал. Опа, здравствуйте. Здравствуйте. Ты бешеный. Прыгай. Фу, не на жизнь, а на смерть. Окей. Это какой-то такой маленький квартальчик непонятный. Разделенный канализацией. А, ну вот, да, и сразу вниз. Ну и городок, не хотел бы в таком жить. Реально высокоуровневый. Еще города все обычно плоские, а тут прям мух. С ума сойти.
Опять эти уроды. В свину-то неохота идти. Ладно, свинка. Я за тобой еще вернусь. О, нифига, там этот здоровый жлоб все это делал в содействии с дебилком щитом. Этот толкал, а тот поджигал факелом. Я вас спалил, чуваки, но вы вообще злодеи. Так, протестим стелс. Так, и вот я на кладбище на этом снова. Ну что, вернемся в сон охотника. И переместимся, наверное, тогда в часовню Идон. Тут должна бабка и девочка прийти. Где кукла? О, тут опять Герман. Most of the holy chalices and the few were lobbed if one yet that it. Это мы уже слышали. Ты куда куклу дел, злодей? Вот она. Welcome. What is it you? Very well, let me. Я не забываю, оттенок крови вообще нафиг нужен для выстрелов. Да, сила оружия стреляющего и тайный. За силу тайной атаки. Ну, не знаю. Давайте тайный качну на один. А, и все, мне больше ни на что и не хватит. Уже почти 5000 на левел надо. Ну все, тогда не размениваемся на мелочи. Давай. Что получается, гробница Идон, правильно? Большой мост. Да, гробница Идон. Или нет? Я так что из гробницы Идон пришел? Мне надо было с отборный округ. Что-то я не то промутил. Ну ладно, раз я тут. Я думаю, надо пойти свинью убить. Эти пусть стоят, не будем их тревожить. Опа. Ну вот, кстати, шар посмотрим.
Нифига он толкается, скотина. Какие-то блестящие монеты. Я всех смело вообще. А я хотел спуститься, Хрюнделя убить. Можно опять посмотреть на город. Ну просто великолепен. Вон слышу Хрюнделя. Нифига себе он. Бешеный хрюн. Крутяк. Поверни назад, поверни назад. Не дай себя обмануть, поверни назад. Ну да. А тут у нас что? Пузырек. Бесформенные, от них тут воняет. А это кто? Хм. Ну все, больше тут ловить нечего. Эх, высокая лестница. Пфе. 40 минут это. Бегал опять по старым локациям. Ну все, наконец-то идем дальше. На, пошли они в жопу. Кладбище тоже красивое. Свет, он падает, ох. Тут какая-то хорошая надпись была, я помню. Паук Бюргенверта скрывает всевозможные ритуалы и разлучил нас с хозяином. Ужасно досадно, меня от этого голова трещит. Отлично вообще. Ага, и вот я тут. Еще девочке рассказал. О, что-то дали. Да, вот бабка. Мерзкая папка. Так, ну вон туда я ходил уже. Там ничего интересного. С
Соответственно, идем сюда. Ой, тут сразу Рейден ходит. Он второй еще. Отлично. Пошаримся по углам. Прям могилы по всему городу. Так, вот проход. Пузырек крови. Вот лестница. Ух ты. Цилиндр, одеяние охотника. Что такое? У меня безумие. А, нифига себе. Что это было? Это был какой-то пепел костного мозга. Офигеть, вот это трэш. Да. Просто какая-то невидимая хрень меня схватила и довела до безумия. Блин, я еще не активировал ту лампу, теперь еще бежать дольше. Ну это просто вообще сумасшествие. Так, давай активируем. Нет. Угу. А вон у него мои души. Так, аккуратно. Где я умер? Вот тут я где-то умер. Сокровище ждет впереди. Так. Не, ничего нету. Так, ладно, отойдем куда-нибудь понадежней. И давайте в инвентарь. Не, лучше вот так. Вместо шляпы охотника можно надеть цилиндр. Он в чем-то лучше, в чем-то хуже. Что пишут? Шляпа, которую носят охотники, любящие официоз. Некоторые охотники придают большое значение внешнему виду, отсюда и трость-хлыст. Для них официоз, красота и справедливость являются самой сущностью человечества. И именно это спасает их от превращения в нечто иное. Давай попробуем. Цилиндр. Тут у нас... А у меня и так одеяние охотника. Один из стандартных предметов охотничьей одежды. А, ну так шил на мыло. Я нашел просто второй раз то же самое. Но теперь могу вот такой в шляпе. О, вообще прям Ван Хельсинг в очочках. Неплохо. Итак, куда пойдем? Тут есть проход вот туда. Есть проход вот туда. Пойдем сначала вот сюда. Эти звуки мне уже не нравятся. Нифига себе. Ты довольно быстрый для такой большой твари. Опа!
Убил? Рев чудовища. Дерзкий Изи. Дерзкий Изи. Да. Думал, все просто. Сразу же убили. Снова у этой лампы. Почему не у той? Я же к ней подошел. Ну ладно, тут бежать-то понты. Вообще непонятно, зачем их поделили так на две лампы. Одну посередине сделали, да и все. Мои отголоски. Большие чудовища, от них тут воняет. Не так-то просто подбегать и отбегать. Нифига, он что, учудил? Фу, убил. Нифига, он с кувырком аж. Осколок кровавика. Так, вниз или вверх? Вниз или вверх? Пойдем. А что тут какой-то? Это выключатель. Хм. Ладно, давай сначала вверх. А, тут заперто. И выключателя тоже нет, да? Только особый символ может открыть главные ворота. Ну, так это вообще главные ворота. Ну, особого символа у меня нет. А это вот эти ворота закрывает просто, да? Ну так, от монстров спрятаться. Помни патруль, поэтому время для рычаги. А-а-а. Берегись, смелая атака, захваты в клещи, а тут, ну, тут воняет. Ага. Их тут двое. Еще он птица лежит, я смотрю. Значит, больше не получается делать эти атаки на поражение. Оп ты, птицы. Во, а во, получилось. А, ну это просто на тайминге, я понял, все. Это не потому, что не получалось, я просто не вовремя нажимал
кнопку. Ух ты. Монокуляр какой-то нашел. Превращение, нет тебе пощады, поэтому не смей пялиться на меня. Дела. Так, ну давайте попялимся. Ну, еще какая-то есть у нас музыкальная шкатулка, надо тоже попробовать. О, нифига. Позумить можно. Ха. Вон враг. Мост. Не пойму, что за мост. Нифига большая. Что это? Солнце? Луна? С тенью. Как будто луна. Замки какие-то. Ну, крутяк, конечно. Музычку послушал. Да, красиво тут. Но нам пора умирать. Ох, нифига там у него какая штука. Здесь только фокус на уклонение, согласен. Ну-ка. А вон там какая-то маленькая тварь. Блин. Твою мать. Анимировано просто шикарно. Твою мать. Ха-ха-ха-ха. Убегаем. А-а-а. Ну жесть. Я еще чуть не обосрался вообще. Так все вообще реалистично сделано. Блин, почему я всегда отсюда начинаю? Задолбало уже.
Вот я снова тут. Так, туда лучше не подходить. Угу. А, вот что я сделал. Я его там оставил, а мне наоборот туда надо теперь. Блин. Блин. Фу. Нормально, хоть три пузырька с него срубил. Так, тут тоже два урода. Ни у кого глаза не светятся. Неохота того большого-то убивать. Бояться. Ворона убил. Блин. Давай, добивай его. Чё, походу надо идти большого убивать. Вот, глаза светятся. А вроде нет. А где мои тогда отголоски? Так, а меня где-то тут вообще вот убил же он, да? Может, где-то тут они и есть? Нет? Вот они в углу самом. Отлично. Ну что, надо идти большого пытаться убивать. О, нифига я его нокаутировал. Можно было добить, но ладно. Пусть разок помахает.
Готов. Так, и ради чего это было? Осколок кровавика. 5 штук аж. Неплохо. Ну, какая-то лесенка. Что там? Время для переката. Ой, а я прыгнул. Время для переката. Помни перекат. Тут что? Ловушка? Лучший выбор перекат. Ничего не понимаю. Миндалина от них тут воняет. Ты в курсе, верно? О! Нашел первый кровавый самоцвет. Тут заперто. Что за перекаты? В смысле, я понимаю, что за перекаты? Но применительно к данной вот комнате особо не понимаю. Ну и что, получается, это вся локация? Такой типа балкон с врагами. Ну хотя тут какой-то супер самоцвет, за него даже ачивку дали. Его, наверное, можно в оружие вставить. Шевелятся трупики. Ага, я вспомнил, да, там же при выходе из самой было два пути, еще есть туда, куда пойти можно, а вот тут закрытая дверь. Окей, все. Сюда больше можно не ходить. Теперь идем вот сюда. Время для скрытой атаки. О, прям тут красивый вид такой. Давайте, может, напишем что-нибудь. Делать запись. Вот жестом даже хочу. Вот, должно быть нормально. Ярном волшебно, поэтому безумие навевает воспоминания. Как романтично. Это я сделал, крутяк. Не знаю, еще чуть-чуть побегать, наверное. Шагни вперед и очистим эти улицы от скверны. А знаете, что я думаю? Давайте на этом закончим вот эту часть видео, уже больше часа. И как раз вот этой площадке и продолжим в пятой части дальше проходить Bloodborne. С вами был Сергей, увидимся.